«Будь первым». В Ключах 16 ноября около 100 школьников встретились на районном съезде в рамках движения «Первых». Российское движение детей и молодежи создано для воспитания, организации досуга детей и подростков, а также формирования у них мировоззрения на основе традиционных российских духовных и нравственных ценностей. Ключевыми целями тематического дня стало общение с обменом опыта, знакомство с направлениями движения, сплочение всех участников из 5 первичных отделений Усть-Камчатского района, а также привлечение новых людей в объединение. Специально приглашенными гостями масштабного мероприятия стали председатель и заместитель председателя регионального отделения «Движение первых». Для ребенка «Движение первых» — это в первую очередь возможность найти себя, попробовать себя в чем-то новом. В Усть-Камчатском муниципальном районе мы впервые с коллегой. Нам очень понравилось. Здесь очень красивая природа, очень вовлеченные дети и педагоги в деятельность движения. Вот в рамках мероприятия как раз ребята делились своим опытом, рассказывали про то, какая деятельность у них в первичных отделениях. Такие мероприятия — это, конечно, возможность для первичных отделений сверить часы, обменяться опытом, какими-то актуальными наработками. Традиционно участники каждого первичного отделения представили свои визитные карточки и рассказали, чем же они занимаются командами в своих поселениях. Участие в спортивных и культурных мероприятиях, волонтерская деятельность, разработка различных проектов. Кроме того, для юных участников были организованы игры на знакомство и активности на сплочение и командообразование. Обычно у нас активные дети, они всегда и везде. А те, кто менее активные, они, ну, как правило, в сторонке остаются. А тут мы как бы втягиваем всех в свое движение и все вместе прокачиваем какие-то, ну, одни идеи. На самом деле было весело. Я познакомился с многими ребятами. Они на самом деле классные, у них разные, у всех интересы, направленности. Не менее интересной частью мероприятия стала классная встреча с главой Усть-Камчатского района Олегом Бондаренко. А специальным гостем встречи стал участник специальной военной операции и житель Козыревска Василий Мышлецов. После рассказа о том, как Василий оказался в зоне СВО, герой с удовольствием ответил на все интересующие вопросы ребят. Мне больше всего понравился тот момент, когда глава рассказывал про подвиги Василия. Это вот прям впало в душу. Очень понравилось. Это было очень трогательно. Завершился тематический день квартирником, где юные участники проявили себя с творческой стороны и представили свои музыкальные номера, а также награждением участников движения первых Усть-Камчатского района. Показывали свои таланты. Кто-то пел, кто-то танцевал. Мы танцевали 3 танца. Было изначально очень волнительно. Правда, очень боялась. Но потом хорошо услышала, как ребята поддерживали. Это очень вдохновило и хотелось еще. Это первое мероприятие такого масштаба, проводимое в Усть-Камчатском районе в рамках движения первых и организованное на высоком уровне. Но кураторы и сами участники не собираются останавливаться на достигнутом. Впереди много планов, задумок и идей, которые предстоит реализовать.